Департамент развития информационного общества подвел итоги 2014 года. Тогда ведомство еще существовало как управление информатизации. Минувший год был почти полностью посвящен работе по переводу услуг в электронный вид и развитию регионального портала государственных и муниципальных услуг. Началась работа по созданию сети многофункциональных центров. Сейчас их в регионе уже 9. В 2015 году эта работа будет продолжена. Активно будет развиваться вот сеть многофункциональных центров. Это будет одним из наших приоритетных направлений в рамках выполнения указов президента, так называемых майских указов. Мы должны достичь в следующем году охват населения по системе одного окна 90% жителей. Вот. Все основные проекты, в том числе и универсальная карта школьника, будут развиваться. Планируется ввод нового приложения транспортного для школьников. То есть все учащиеся не только льготных категорий смогут пользоваться картой школьника в плане безналичной оплаты проезда.